ты он. 20 лет прошло, он все приходит. Привет, друг. Принес тебе твоих любимых конфет. Да ладно, забей на нее. Мэри Сэмсонит просто девушка. Давай, приятель, говори, говори, давай! Попался! Минуточку! Хочешь сказать, ты прикидывался 20 лет? Просто чисто поржать? Да. Это очень круто! Отвезешь меня в палату, пусть сестра вытащит из меня катетер. Без нее справимся. Но ведь нужно... Мне нравится, как ты тут все обставил. А это кто? О, это дырка. Подобрал на улице. А почему дырка? Вот поэтому. О, да. Отличное имя. Ей подходит. Открытка от Фрейда Фелча. Гарри, я беременна. Позвони мне. Что это значит, Гарри? Ллойд, я стану отцом! О, посмотри на дату. 1991 год. Родилась дочь, я отдала ее в приют. Ее удочерили. Может, стоит ее найти? Ты запал на мою дочь! Что? Так я прав? Что? Так я прав? Ты спятил! Хочешь услышать самый мерзкий звук? Давай. Да, да, довольно-таки мерзко. Нет, не этот! Какого черта вы звоните в дверь посреди ночи, идиоты фиговы? Этот! О, зацени цыпочек на 12 часов. Это через 3 часа. Почему их нельзя заценить сейчас? Уверен, она оценит твою заботу о ее благополучии. Звони ей. Звоню. Не знаю, кто вы, но у нас тут очень важный разговор. Это твой отец. Что? Народ. Знаю, не вовремя, но я должен ответить. Это мой мертвый отец. Просила подождать.